Празднование новогодних праздников в Одессе стартует 19 декабря. Тогда же на Думской площади появится главная елка города. А вдоль Дерибасовской улицы все деревья уже украсили белыми светодиодными лампами. К 19 числу на центральной улице нашего города мы устанавливаем самую большую елку. Конечно же, это очередной год, мы уже устанавливаем эту елку не в первый раз, но сегодня, в этот раз, мы решили действительно сделать что-то новое. Эта елка, она конструктивная, в ней будет около 400 живых деревьев. Будут, опять же, красочные гирлянды, новогоднее убранство. В течение двух недель в городе пройдут различные выставки и ярмарки. У Дюка будет расположен пряничный городок. Однако главный праздник состоится традиционно 31 декабря возле мэрии. Также будут разыгрываться призы и подарки. Ну и, конечно же, нас ожидает потрясающий фейерверк, как обычно, салют. Конечно же, нас ожидают очень интересные концертные номера и заявленные гости, коллективы, которые будут радовать всех нас. Серега и Абба Трибьют и, конечно же, дискотека. В течение зимних каникул для маленьких одесситов подготовят новогодние спектакли. Праздничные гуляния охватят и льготную категорию детей. Профильный департамент ожидает, что на празднование Нового года в Одессу приедет около 30 тысяч туристов.